Студентов социально-гуманитарного колледжа в День знаний поздравил Валерий Селиверстов. Лидер питерской группы «Монолог Печорина» преподнес студентам музыкальный подарок. Подробности в материале Любови Пермяковой. Мы рождены не ради войны, не ради денег, мы еще рождены. Валерий Селиверстов, бывший ученик 5-й школы, сейчас студент Санкт-Петербургского политехнического университета. Будущий программист, в музыку влюбился с детства и с тех пор с ней не расстается. Музыка – это мое увлечение. Я с первого класса занимался скрипкой в музыкальной школе, а потом уже как-то все переросло, я освоил гитару. С ребятами собрали здесь группу в Нарьян-Маре. Мы в одной школе учились, в 5-й школе. Он закончил 11 класс, я на то время только 9-й. У него группа «Артрек» была, там солист тоже. Да, в школе частенько очень выступали. Много концертов, песен. С группой «Артрек» Валерий объехал все школы родного города, а сейчас покоряет культурную столицу России. Впереди у молодого исполнителя большие планы. В Санкт-Петербурге он создал рок-группу «Монолог Печорина», написал не один десяток песен. Именно эти авторские работы он исполнил на концерте в Питколледже. Полный зал собрался, чтобы послушать талантливого земляка. Среди них Кристина Горбачевская. Мне нравится эта музыка, мне нравится то, как люди умеют сочинять, как люди из обычных вещей могут создавать что-то интересное, что-то, то, что впечатляет. А самого автора часто впечатляют простые вещи – просмотр кино, встреча с друзьями и даже интернет. Любовь, смысл жизни, семья – главные темы песен. Ведь в них, как говорит музыкант, все ценности. Шагай вперед! Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».